И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, впрочем, как и всегда, Алкобард. Пятница, в конце концов, пятница-развратница, значит, будем пить водочку. А сегодня и 5 января, и пятница, и завтра, как вы понимаете, праздник великий. Кто скажет, какой? Правильно, завтра стрим у Алкобарда вечером. И напиток будет под цвет моих ушей. Сегодня уши красные, только с улицы, с мороза. Оба! По крайней мере, я водочку даже одел в соответственную одежду. Вы же любите новогодний антураж. Вот недавно вам елка была, например. И это, господа, голубые озера. Я тут немножко лоханулся. Я сразу расскажу. Давайте разденем ее все-таки. Стриптиз такой небольшой. Это вот такие вот голубые озера. И в чем я лоханулся, я сейчас объясню. Когда я брал эту водку. Все? Это все, да? Ладно. Интересное начало. Когда я брал эту водку, я был твердо уверен, что это Витебский завод «Предвинье». Прям вообще, ну, голубые озера, это как бы чуть-чуть Минской области захватывает, и, в общем-то, большинство их на краю Витебской области. Но, как оказалось, это Пинский винодельческий завод. Тут я немножко охренел. Пинск, а чего вы с юга Беларуси замахнулись на север? У вас что, рек, озер нет? Или мы будем вот так щелчки считать? Ну, вообще интересно, да? Пинск, блин. Вот так получилось. Сейчас попробую еще раз, чисто интереса ради. О, теперь откручивается. Не, молодцы, конечно, молодцы. А вот купит такой человек с бодунищей, будет сидеть и щелкать. Ладно, кукушка, кукушка, нащелкай, сколько мне там грамм осталось. Накапываем первую. Так сказать, горлышко промочить. И бахнем все-таки. Ладно. Что-то тут не то. Знаете, что такое дальнозоркость, да, возрастная? Вижу хорошо, но ручки короткие. Вода, спирт люкс. Все, господа, спирт вода. Нифига ж себе, извините. Ну, для спирта воды, в принципе, заходит более-менее. Лучшайзеров не присутствует. Но, как бы, я бы сказал, далеко ей до идеальной водки из сочетания спирт и вода. Ладно, пока накапаем вторую, пусть, как говорится, подышит. Это же не вискарь какой-то, который можно стаканами хлебать. Это водочка, ей надо подышать, отдохнуть. Голубые озера. Ну, вот еще раз, как они замахнулись на Витебске, я не понимаю. Ну да ладно, про озера. На Несвежских озерах, например, до сих пор, вот сейчас снега понасыпало уже еще со вчера. Лебеди, утки, все вот это вот. Никто никуда не улетает, все радуются жизни. Про голубых. Недавно вычитал такую интересную вещь где-то в новостях, что с момента, как в России начали запрещать все вот это вот нетрадиционное, Минск стал столицей ЛГБТ. Объясняю, почему все вот эти вот нетрадиционные сайты знакомств резко поменяли свои Москву, Питер и так далее на Минск. Так безопаснее. Ну, логично. Хоть в чем тогда преуспели. Ладно, бахнем. Ну, запах. Ну, запах. Ну, блин, Пинск, я уже сказал, делайте кальвадосы дальше, да? Ну, вот, да. Дата розлива год назад. Ну, чуть больше даже года назад. Чуть меньше. 09.01.23. Ну, как вам сказать? Вообще, давайте так, я всегда говорю, что чистую водку, то есть спирт-вода, без разных улучшайзеров сделать очень сложно. Не удалось у Пинска, не удалось. Хотя, в принципе, да, это продукт более-менее пивабельный. Она не гадкая, но, честно говоря, она такая вот, ее хочется закусить. Причем хочется закусить, чтобы перебить вот ее привкус такой. Я не могу понять, в чем он. Ну, по факту, здесь этот привкус может быть или в спирте, или в воде. Ну, согласитесь, или туда, или сюда. Я думаю, что это все-таки обработка воды. Потому что она не спиртуозная. Она нормально именно по спиртуозности входит. Но оставляет после себя какое-то такое послевкусие не так, чтобы гадкое, но неприятное. То есть вот хочется это чем-то быстренько загрызть. Как я говорю, занюхать шевелюры и соседа. Нет, соседа своей подмышкой занюхайте. Но вот как-то надо это перебить. Вот это мне в ней не нравится.
В остальном же мне нравится то, что подошло время наливать третью. Как вы понимаете, пятница день такой. Причем неважно, праздники в эту пятницу, не праздники, это пятница. Все, имеем право. Да. Каждую пятницу я в говно, как пел один хороший человек. Ну, голубые озера. Это водка. Что у нас там написано еще? Сейчас будем читать. Мне же интересно самому. Но тут бы уже лучше взять очки, потому что шрифт раз, цвет два. Так, что мы тут видим? Чистота голубых озер вдохновила наших мастеров на создание водки. Ну, прекрасно, начало хорошее. Из мягкой кристально чистой воды по классической технологии серебряной фильтрации. Да, отражение природной чистоты. Ну, серебряная фильтрация это так себе. Всегда, если вы помните про фильтрацию, я говорил, что все вот эти золотые, платиновые, серебряные фильтрации, это не значит, что лежит большая серебряная пластина, по которой водка с прекрасным журчанием стекает в нужный нам медный чан, медный доводный чан. Нет, вообще не так. Да и медные чаны далеко не у всех. Это означает, что в тот самый уголь, БАУ-2, березовый активированный уголь, если у завода нету денег, то кокосовый, он подешевле будет, добавляется, это импрегнируется серебром. То есть там какие-то частицы серебра, как говорится, две капли на ведро этого добра, ну, через серебро проходит и так далее. Естественно, вам расскажут, особенно на экскурсии по заводу, что насыщается там ионами серебра, золота, платины, нужно подчеркнуть. Все, или там янтарная фильтрация, или еще какая-нибудь фильтрация молоком, да их тысячи разных. Из минусов. Все это по факту маркетинговые ходы. Из плюсов. Хуже от этого водка не становится. А если и станет, то только лучше. Вряд ли вы это, конечно, почувствуете. Но как маркетинговый ход, это прекрасно. Вот. Наверное, вот так. За что, кстати, стоит и выпить? За маркетологов. Пинск, у вас вода подкачала. У вас откровенно подкачала вода. А я ее во рту поболтал, она, ну, понятно, что спиртовозная, но водка такая, достаточно неплохо по спиртовозности. Но при этом вот это вот послевкусие, хоть ты, я не знаю, хоть ты беги и загрызай чем-нибудь. Этим не занюхаешь, не занюхаешь. Ладно, четвертая определяющая. Внешний вид, господа. Никакой. Ну, никакой внешний вид. Могли бы сделать и посимпатичнее, честно говоря. Но я так понимаю, не старались. Хотя нет, старались, конечно, немножко. Ну, здесь совпадает вот так вот. Ну, симпатичненько. Но вот это ее изначальное открытие, кто не слышал, может перемотать на начало, это было просто волшебно. Это испортило к хренам собачьим все впечатление о водке. Да, я соглашусь, что мне довольно часто народ присылает. Я говорю, что если там Саранск, Башспирт, Таспиртпром, ну вот кто-то из крупных заводов, с кем я работал, работаю до сих пор. Если какой-то косяк, вы шлите мне. И мне исправно шлют. Но обычно этот косяк связан с чем? С тем, что пробка отклеилась от крышки. Потому что клей у всех заводов, как уже пару лет, чисто отечественный, завозной закончился. И поэтому как бы клей ненадлежащего качества. Если вы поставили его в морозилку, а потом достали, с вероятностью 50/50 у вас оно отвалится. Да. Но там хотя бы как бы заводы честно отвечают. Пинск, а ответьте мне, пожалуйста, на вот это что было при открытии? Щелк, щелк, щелк. Хреновенько у вас там с крышечками, с пробочками, хреновенько. Ладно, внешний вид по факту особо-то никакой, на троечку. Крышки отдельная претензия. Название «Голубые озера» хорошо, но почему? Ладно, хрен с вами, почему. Дальше переходим к продукту, собственно, запах. Пусть мне пинский винодельческий говорит все, что угодно, но это вода. Вот это проблемы с водой называется. Допускаю, что это конкретно у этой партии. Может быть, там что-то где-то лоханулись, не тот кран подкрутили. Лаборанта новенького взяли, сказали воду на анализ тащи, он притащил. Ему сказали, там, грубо говоря, ну там, я не сейчас не про эту водку, вот, например, там пофиг, говном воняет. Давай, откручивай. Так, для обывателя скажу, через дополнительные фильтра пропускать. Он открутил, но не в ту сторону. Ну, примерно так.
Она прекрасно ведет себя во рту. Она легко глотается, она классно туда проходит. Она не спиртуозная. Но за вот это послевкусие было бы почти 5 баллов. Так реально 1,5 балла снимается, троечка из 5, как и была. Вот, вот правда. Очень надеюсь, серьезно, очень надеюсь на то, что это конкретно вот проблема этой партии, выпущенной почти год назад. Или она так постояла, я не знаю, в магазине напиталась чем-то. Ну, я ее открыть-то не мог вначале, чем она могла напитаться. Ладно, наливаем заключительную 5-ю и мой вердикт. Эта водка чуть не испортила мне пятницу. В каком смысле? Я думал, что это будет или трешак, или что-то хорошее. А оно ни туда, ни сюда. Вот все дело именно в послевкусии. Причем, если вы ее будете брать под закуску, вы можете ее брать абсолютно спокойно. Без вопросов. Под закуску она пойдет. Но если вот так, из коньячного, и потом что-то там поболтать, подумать, нифига. Все, это вообще не тот вариант. Это я объявляю закусочной водкой. Под закуску она пойдет. Причем абсолютно неважно под какой. Можете сыром перекусить, можете колбаской. Ваша задача забить вот этот привкус послевкусия. Все. И не более того. Да, я думаю, что это все-таки, наверное, вода. Проблема в воде. Да, я до сих пор думаю, что Пинский завод прекрасен в смысле кальвадосов и шнапсов. Но за остальное браться рановато. Рановато. Или надо как-то немножко изменить критерии подхода к водочной продукции. Потому что выпускать дистиллят, это, конечно, хорошо. Там все понятно. Но с ректификатами дело намного сложнее. Конечно, многие сейчас скажут, что нифига, там многообразие вкусов, да. Но почему-то именно водочные дегустаторы – это элита, собственно, дегустаторского мира. Потому что водочные могут различить то, что вискарные никогда не различат. Да. Поэтому за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей, иногда не очень периодичностью. За завтрашнее 6 января, великий праздник, как я уже сказал, стрим Алкобарда вечером. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. И за то, что я остался после этой водки в непонятках. Да, ее можно брать абсолютно спокойно. Но она, раз, чисто закусочная. Два, я ее еще раз обязательно возьму. Но я буду четко смотреть на дату розлива. Вот если попадется где-нибудь на полгодика позже, я вот это оставлю сейчас, в шкаф положу. И с той сам себе тихонечко без камеры сравню. Просто для надежности. И если реально окажется разница, вот это будет интересно. Хотя нет, может и под камеру. Меня же никто не заставляет это выкладывать, правильно? Для себя. А получится интересно, выложу. Короче, поехали. Всем пока и до завтра, господа.